Из села Старая Котяково Батыревского района в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 390 человек. 105 сельчан не вернулись. В преддверии годовщины Великой Победы в селе открыли мемориальную доску ветерану войны. Жителей дома номер 74 в селе Старые Котяки знают и уважают многие батыревцы. Из этого дома в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли сразу три брата. Вернулся только один. Валентин Антонов участвовал в Смоленском фронте. Награжден тремя орденами Отечественной войны, медалью за победу над Германией. Домой он пришел в 1942 году, инвалидом второй группы. В послевоенные годы Валентин Михайлович работал продавцом сельского магазина, кладовщиком и охранником в колхозе. Несмотря на серьезное ранение, вырастил четверых детей. Мемориальную доску на доме, где жил Валентин Антонов, открыл его правнук. Я очень горжусь своим прадедом, то, что он победил немцев. Я думаю, то, что мы должны гордиться и уважать тех, кто боролся за нашу жизнь и сражались в войне. Ой, молодец.